Всем привет! Вы на канале спортивных новостей. Сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею. И сборная Латвии сенсационно обыграла Канаду со счетом 2-0 в первом матче чемпионата мира. Латвийская команда победила команду впервые в истории чемпионатов мира. Тренером сборной Латвии является Боб Хартли, который в этом году выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом». Латвия до этого не проигрывала Канаде лишь однажды на чемпионате мира 1997 года. Игра тогда завершилась ничью 3-3. Подписывайтесь на канал, будет интересно.